Вылазь. После того, как ты меня жизни учил, все болит. Вы ж на ручках понесешь. Да, конечно, сынок. Ну все, отпусти. Отпусти, я сам. Отпусти, ты что делаешь? Вот здесь лежит Дима Нифонтов, кореш мой. Сдох в 27 лет. Скучаешь по нему? Сейчас, погоди. Тебе все придет, не торопись. Пусти! Сука! А вот тут лежит другой Димон. Тишонок. Этот только до 26 дотянул. А вот здесь мой лучший друг лежит. Костя Гришков. Чувствуешь, какая землица здесь мягкая, а? Как пух прям. Хочешь полежать, а? А Костя вот лежит, не жалуется. Дурак ты. Здесь человек 20 пацанов моих друзей лежат. Кто до 30 не дожил. Зато можешь собой гордиться. Долгожитель. Они никогда себе это дерьмо по вене пускали, не знали, что их ждет. А ты все видишь вот наглядно. А я из Ютуба мудрость черпаю. Хочешь тоже сдохнуть со шприцом в вене? Нет. Хочу, как ты. Тихо в своей кровати в окружении любимых детей и внуков. Значит, не напрасно я тебя сюда привез. Поехали. Я сам ходить умею. Ты сам можешь только вену засаживать. Ну, наконец-то! Я звоню, звоню. Чё, телефон что сел? Ну, и тебе здорово. Ну, что, засранца-то привез? Ну, вообще-то, это сын мой. А-а. Вылазь, Ваше Величество. Удрись. Прям как мой. Так, это пакет тебе. Ага. Ух ты, ёлка. Ай, погоди, ключ-то я... Забыл, сейчас. Мишка! Дай ключ от второй половины! Давай быстрее, это холодно. Я сам сбегаю. Что это за место? Родина твоя. Надо машину сразу в гараж поставить. Это я сейчас все сделаю. Что, взять, помочь? Сумку. А, давай. Пошли. Заходи. О, натопил, как в бане. Для дорогих гостей. Куда пошел? Там босиком ходим. Снимай обувь. Воды набрал. Лёв, патроны. Ага. Ты, Игорь, ну ты... Как всегда, спасибо тебе. Там, смотри, горячее ведро. Иди накрывай, да. Сейчас зайду.
Так все готово. Давайте, располагайтесь и ко мне. Это твоя кровать. Тут матрас помягче. Пробуй. Ну что сделать-то, чтобы не обратно отвез? Ты что сделал? Вот так. Ты что сделал? Ты больной? Я тебе собака или раб? Я не пойму. Дальше будет так. Спим. Утром зарядка. Собираемся и едем в тайгу. Там охотничий дом. Вот там ты будешь ходить без наручников. А пока такой порядок. Ты больной? Тебя самого надо пристегивать. Да отвалю ты, ничего у меня нету. Шип. Ты не трогай меня. Отпусти. Отпусти, я сказал. Там чистый воздух. Дичь, талая вода. Тебе понравится. Кроссы дай! Ногам холодно. Одеялом накройся. У меня вчера была последняя доза. Ты понимаешь, у меня ночью будет ломка адская. Справишься, справишься. Принудительный детокс. Урод. Какой же ты урод. Фу. А ты еще строганин-то не ешь? Да я сперва горяченького. Ага, это правильно. Да он целыми днями так. Все лето копил. Ну, я, конечно, добавил ему сдуру. Ну, я купил в интернете подержанную. Ну, что и все. Ну, пропал пацан. Ну, запрети. А толку-то? Я только из дома выхожу, он опять. Сейчас мать вернется с вахты. Пусть сама с ним разбирается. А твой? Как там? Ты возил я его по всяким клиникам. К бабкам там. Разным целительницам молился. И я свечки ставил. Ни черта не помогает. Я же увидел-то один раз всего. Ну, 2 года тогда на Юкиных похоронах. А он что, тогда и начал? Да раньше он начал. А это его уже совсем добило. Вечером ну, приходишь домой. Его нет. Телефон не отвечает. Ну, конечно, всю ночь не спишь, волнуешься. Утром дверь открываю. Он на личной клетке лежит. На коврике. Побитый, грязный. Просто как пес шелудивый. Знаешь что? Правильно, что ты его сюда привез. Правильно. У нас земля, знаешь, какая хорошая. Она сама лечит. Давай. Thank you.
Слушай, Юр. Менты меня совсем прижали. Да иди ты. Ну, у нас как там? Одни таможенники заставляют тебя платить, другие тебя ловят. Ну, система. А? Ну, пришел мой черед. В понедельник меня будут арестовывать. Ну, приятель предупредил. Погоди. Как арестовывать? В тюрьму арестовывать. Ну, отсижу я пару лет, высплюсь, книжек почитаю, о жизни подумаю. Нет, это без вариантов. Но прежде мне нужно Вовку переломать. И пока меня не найдут, мы с ним будем здесь, в тайге. Ты поможешь нам? Игорек, конечно, помогу. Ну ты чего обижаешься-то? Еще картофан будет. Мишка, ну вырубай эту байду. Иди с дядей Игорем поговори, хоть ума наберешься. Пап, еще 15 минут. Вот мы и так же ночами за компьютером сидел, а потом на героин пересел. Мишка, а ну выключай к чертовой матери байду эту. Чё так долго? Пробки, блин. Пойдем посмотрим, что там. Да не, спасибо. Я тут у машин. А ты иди по следам, не ошибешься. Ну, вечером их начальство меня дернуло, что мне ответ не привет один. Помолчи пока. Чего, обоих нашел? Нашел. Вот, сука, двоих загрыз. Так и волков тоже двое было. Вечеринка у них, что ли, была? Странные волки какие-то. Напали, днем задавили и бросили. Надо карантин объявлять. Ага, карантин. Это тебе не Ухань. Бешеные волки в стае не сбиваются. Если эти двое бешеные, будут и другие. Когда я встану? Нет, нет, просто сижу. Пап, я тут всю ночь думал. Я понял, что ты прав.
Хорошо вот, что ты меня сюда привез. Я прям почувствовал, что так надо было сделать. Как будто надо было в зеркало посмотреть. Чё там отразилось? Все. Столько дерьма. Ну, там еще подлость. Мерзость, ненависть. Я врать больше не буду, пап. Ну да, я хочу дозу. Но я не буду. Честно. Даю слово тебе. Отлично. Поехали домой? Конечно, поедем. Но только дерьмо из тебя все выйдет, что в зеркало ты смотрел радостно и никакого дерьма не видел. А если не выйдет? Выбью. Давай, Мишань, давай, не тяни резину. Я не могу. Сможешь, сынок, сможешь. Давай, поднимай топор и руби. Да не могу я. Я тебя предупреждал? Предупреждал. А ну руби ее к чертовой матери! Ну, пап! Быстро руби, я сказал! Ну что ты пристал к парню? Я сейчас подойду и тебе сам руки отрублю. Давай! Еще! Еще бей! Давай! Вот! Вот молодец! Молодец! Сволочь ты! Сволочь! А то нормально жить теперь будем. Тебе пацана не жалко? Ничего, зато неповадно будет. Вы что тут встали? А ну, пошли отсюда! Когда выезжаем? Игорек, тут такое дело. Можете Вовку тут передержать, ну, пока. Ночью на вышке волк загрыз кого-то. Ну, вызвали ментов из города. Они там все оформляют. Ну, машину там оставлять сейчас никак нельзя. Тогда до зимовки прямо надо ехать. На твоей? Да ты что, не доедем, пробовали же. А может, ну его нафиг это зимовье? Тут тоже воздух чистый. Вторая половина ваша, Надька не против. И горяченькую вам всегда приготовит. Нет, на снегоходе пойдем до самой зимовки. Да ты чё? Это больше часа ходу. Уже сейчас минус 30, а будет еще больше, а Вовка слабый. Ну он же просто не выдержит. Тайга, она слабых не любит. Не могу я ждать. Ну ладно, ну не кипишуй. Ну. Давай ночь переждем, а с утра поедем. Черт. Пойдем-ка я тебе снегоход покажу, как я подготовил. Короче, гусеницу новую поставил. Прямо из Японии привезли, спасибо тебе. Подшипники поменял, склизы новые. Я к Вовке пойду. А лады. А я пока заведу его, ну и проверю еще тут. Давай. Отдай! Отдай! Да это мое, я сдохну без него! Отдай, я говорю! Отдай! Хитрый засранец, а? Мне что теперь, тебя сканировать? Сам виноват. Дай чуть-чуть, а? Я тебя умоляю, пап, Христом Богом заклинаю, дай чуть-чуть, я сейчас сдохну, ты слышишь меня, нет? Ну, дай чуть-чуть, я тебя умоляю, я тебя Христом Богом заклинаю. Ну, ты ж мой отец, я не переживу всю ночь просто. Я тебе помогу, не переживай, сейчас, подожди. Пап, последний раз,
последний раз, честно. Честно говоря, я больше никогда не буду. Мне просто надо сейчас выжить, ты понимаешь, папуль? Пожалуйста, я тебе умоляю! Лучше будет выпить. Да не буду, отвяжи меня! Это обезболивающее, лучше будет. Да не будет мне лучше! Ты что думаешь, я не пробовал, что ли? Ой, дурак! Какой ты дурак! Юр, глуши! Можно я у тебя телек возьму до вечера? Давай, бери. Я в магазин сгоняю. Надо жидкости еще купить для быстрого старта. Боюсь, я холодает. Может, у тебя есть что-нибудь мощнее ибупрофена? Я боюсь, он начнет орать так, что вся деревня сбежится. В 17-й дом сходи. Там Ольга Славченко живет. Она фельдшер у нас. Может, у нее чего есть? Сын мрази. Что тебе поставить? Твои похороны. Ясно. Ну вот, у тебя же примерно такие картинки, когда ты под кайфом. Тебе самому стоит попробовать. Он был в вопросе разбираться. Хозяева! Кто там? Здрасте. Что хотели-то? Я Игорь. Мы вместе с Тимофеем на охоту ходим. А, ну заходи. А Тимофея нет? Ну, он никак с охоты не вернется. У вас обезболивающего сильного нет? Спина разламывается. Лучше с кодеином. Только он и помогает. Да откуда? Один парацетамол, он свои деньги покупает. Ну, хотя бы рецепт выпишите. Не, нам нельзя. У нас с этим строго. Что ж такое-то? Лёшка! А стой, ты что постоянно задеваешься-то, а? Я всё матери твоей расскажу. Так, хватит! Хватит! Да марш ты домой быстрее! Пожалуйста, не надо больше. Дай позвонить, пусть привезут. Игорек! Слышь, выйди! На, держи. О, спасибо. Без рецепта и не добудешь. Как там твой? Тяжеловато. Пойдем, я ворота закрою. На вышке уже нет никого, так что утром точно поедем. Отлично. Если я сейчас это не сделаю, другого шанса у меня не будет. А мой убежал. Да? Ага. У Трухиных, наверное, ночевать будет. Отец года? Да. Кажу, сердце не на месте. Хорошо, что уедем завтра. От Надюхи не так достанется. Ну, ты как лучше хотел. Да. Завтра в деревне разговоров будет только об этом. Ну, ничего.
Куплю ему чего-нибудь полезное. Погоди. Ну-ка в дом. Давай, быстрее! Быстрее! Я сдохну сейчас. Сейчас было. Волк. Он тебя укусил? Че? Ты за волк? Ты че за волк-то за такой? Бешеный волк. Ты меня сюда привез, чтобы меня волки сожрали, да? Напал. А Юрка что? Умер. Волка я забил. Детей не пускайте сюда! Я тебя прошу, потерпи. Просто нужно перетерпеть это. Тихо тут сиди. А как он напал? Да он из темноты. А ментов кто-нибудь вызвал? Пап! А ну не пускайте его! Пап! Да держите жену! Отпустите! Пап! Что с ним? Пап! А ты откуда, мужик? Да я сосед. На охоту вместе собирались. А как вы его убили? Я испугался, даже не помню. Как-то быстро все. Это я сегодня случайно разбил. Завтра хотели вам с Юркой раму новую поставить. Ясно. Ну а что я могу сделать? Вот приедут власти, будем решать. Чего вы от меня хотите? Товарищ капитан, можно вас? Все, расходитесь. Че? Он волка в доме убил, не здесь. В смысле? Волк в окно запрыгнул. Он там убил, а потом уже во двор вынес и с трупом положил зачем-то. Ну, пойдем. А можно мы в дом пройдем, а то на улице рапорт писать неудобно. Да, вот в ту половину. Да нет. Там нужно для следователей из центра оставить все как есть. То возмущаться начнут. Ладно? Конечно. Зима в этом году установила... Заходите за стол.
В Благовещенском районе наступили аномалии... Телевизор можно приглушить? Не слышно ничего. Столбы термометра опустятся до минус 37 градусов, а вот ночью ожидается до минус 42 градусов. Что такое? Это мой сын. Он наркоман. У него ломка. И у тебя в подвале, что ли? Я же сказал, ломка. Открывай. Встретите там скорую помощь, то затопчет все перед следаками. А с этим что делать? Разберемся. Встретите, пожалуйста. Доставай. Спасибо. Спасибо. Увезите меня от него. Наручники. Слушай, капитан, это мой сын. Не слушай его, он сумасшедший. Заткнись! Я сейчас достану героин из кармана и покажу. Нет, вранье. Он врет. Я жду, когда он переломается. Нельзя его забирать, понимаешь? Врет он. Больной на всю голову. У меня просто мучает. Меня волк укусил. Смотри, смотри. И все врут, когда хотят дозы. Это порез от гвоздя. Я бешенство будет. Меня в город надо. Так, все, хорош. Клади пакет на холодильник. Теперь наручники с него снимай. Ты не понимаешь, капитан, это все вы. Снимай наручники. Куда? За ключом. Спасибо. Спасибо большое. Он псих, он меня убить хотел. Ты охренел? Здесь 200 тысяч. Это мой сын, капитан. Я хочу его спасти. Я спрятал его в подвал, когда напал волк, чтобы вы его не забрали. Это мой сын. Если я его отпущу, я его потеряю. Ты даешь. Ты хоть понимаешь, что такое 200 тысяч здесь? Поэтому и предлагаю 200. Да тут любой руку продаст за эти деньги. Хоть понимаешь, как это больно? Обезболь себя, капитан. Возьми их. Если бы я их взял, я бы... Нельзя так с людьми поступать. А, вот со всеми так поступает. Его посадить надо, чтобы он там понял. В тюрьме редкие люди что-то новое понимают. Буду за него молиться. У меня брат был наркоман. Ему говорил, сторчишься. Он тупой стал. Ничего не соображал. Их не спасти. Главное, сделать так, чтобы его не слышно было. Ты куда пошел? Ты что делаешь? Телевизор включи. Ты что, меня продаешь ему? Да вы что, совсем охренели, что ли, сволочи? Здравия желаю, товарищ майор. Вот у нас еще один бешеный волк. Вы что, их разводите, что ли? Куда лисичество смотрит? Надо район на карантин закрывать. Вот как раз наш егерь. Вот работает ваш егерь. Людей убери, капитан. Есть. Ну что там в доме-то? Да подожди ты, сейчас. Все, расходимся. Мужики, по домам. Бабоньки, ну чего, родные, давайте, уж замерзли небось, а? Товарищ майор. Еще один. Дорогу!
Ко мне давай, Рома, быстро! Тетя, там еду, дети помогут вам. Там он, тварь, заперла его. Живо? Да. Лицо? Я вышла на лай, и тут он как прыгнет на собаку нашу. Я сунулся отбивать дуру, еле сбежала. К сараю вплотную подъедь! Красавчик есть. Слышь, так а что с парнишкой с этим? С наркоманом? Ну, пойдем, Касим. Я тебе тут премию выписал. За отличную стрельбу. Здесь 50, твои. Давай не будем лезть в чужие дела. Ты за эти деньги человека продал? Да он наркоман конченый. Либо ты сам задерживаешь этого мужика, либо я иду к майору. Ну да. Тебе-то деньги не нужны в лесу. А я среди людей живу. Только что-то как-то не очень по-людски у тебя получается, Абызов. Дурак ты, егерь. Да ты б на эти деньги мог 3 месяца спокойно прожить. Так мне же в лесу деньги не нужны. Ладно, разберусь как-нибудь. Разберись, разберись. А я прослежу. Тут этот мужик какого-то пацана связанного увез на снегоходе. Куда увез? Тайгу, куда же еще на снегоходе? Прям выволок его, тот орет. Пьяный, что ли? Ну, правильно, ты его машину перегородил. Поехали за ними. Куда? В тайгу ночью? Если я не встряну, до утра не доживут. Ну, сами виноваты. Куда поперлись? Это ты его вынудил? Если не поедешь, я к майору пойду. Романтический вечер. Реально хотел меня посадить? А что? Отличный вариант. Тебе достанется и квартира, и машина, и деньги. Сколько ты за мой джип можешь доступить, а? На год хватит? Там кто-то сзади. Что? Быстрее! Езжай быстрее!
А что, парень правда наркоман? Вот из-за такой вот дозы реально убить можно. Перезаряди. Пожалуйста. Патроны в бардачке. Сами ведь стрянем там. Да не стрянем, нас прочные. Ай, ну и денек. А я, главное, свои обещал к ужину вернуться. Да у тебя тут патронов всего 5 штук. Я вроде как на войну не собирался. Да, дай бог, палить сегодня больше не придется. Что это за хрень? Медвежьи тапочки. На, посвети мне. Ты больной. Ты на всю голову больной. Для тебя, сынок. Как мы теперь здесь, а? Здесь все есть. Это что за ваши медведи? Кто-то едет. А вон он, походу, в окне маячит. Подъедь ты поближе-то. Не, спущусь, потом не поднимемся. Там волки! Волки там! Че он орёт-то там? Не слышно ни хера. Волки здесь. Вот он и орёт. Волки, волки. Идите сюда! Никуда мы отсюда! Заглуши ты машину, не слышишь ни хера. Там волки! Да нет здесь никого! Сюда иди, просто быстро! Come on.
чё? Убили? Вот ты выступил, егерь. Чё, колесо пристрелил? Чёрт. Надо машину завести. А вон, попроси его, пусть заведет. Патроны закончились. Да ладно. Ты серьезно? Я смотрю, ты свои тоже щедро раздал. Проклятие на мне какое-то сегодня. Есть дробь на фазана. Но она в машине. На нас реагирует. Надо уйти, а то он еще стекло выбит так. Ну, двигай. Укусил? Нет, по-моему, только куртку порвал. До кожи не добрался. Здесь нет связи. Ну, обратно едем, да? Уезжаем? Нет, колесо прострелило. Запаску поставлю, после этого вывезем вас отсюда. Мы здесь останемся. Если другие волки придут, не боишься? Живой? Пока да. Мне в город надо. Че, переломался уже? Это от стресса. Че тут срач-то такой? Надо машину завести, а то завтра никуда не уедем. Да, мороз градусов 40 уже. Ну, похоже, кто-то в осаде сидел. Здесь изнутри заперто было, а перед дверью медвежьи тапочки. Тихо. Что с ним? Бешенство у него. Да убери ты фонарь. Куда? Тихо, 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 мужик. Заплатите давай. Бежи. Давай, бежи. Тихо, мужик, тихо! Давай сюда! Тихо, 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 тихо! Тихо, мужик! Так, все. Это что теперь? Все заразное тут? Нет. Если пальцем в рот совать не будешь, что делать с ним будем? Да умрет он. Еще сутки двое, и все. Непонятно, как он вообще прожил тут в таком морозе. Да топить перестал недавно. Это должно быть Савченко, Тимофей. Я у его жены утром был. Она его третьи сутки ждет. Вот она обрадуется. Вот ты дебил. Да умолкни ты там, а! Ну, вот у нас теперь двое подопечных. Болит все. Дай таблетки. Ну чё, надо добить этого волка в УАЗике, доехать отсюда поскорее. Чё тут сидеть-то? Как, патронов-то нет? Ну как? Дверь открыть, он рванет, мы его прижмем и забьем. А если укусит? Слушай, ну убьем мы его втроем. Эти, понятно нам, двое, не помощники. Надо просто решить, кто дверь держит, а кто волка бьет. Ни одного хватило. А ты купи. Чтобы они вдвоем шли. Ты же так обычно делаешь.
Ну, можно было бы накинуть маненько для храбрости. Я его добью. Только нужно понять, чем. Вы делаете кол, я ищу лопату. О, вот эту давай. Да, неудачно ты здравницу-то выбрал. Топор давай. Ты, значит, волков бешеных вообще не боишься, да? Я больше людей боюсь в городе. Да хорош, не тончи. Ты сломаешься раньше времени. А ты пока тут полежи. Он там. Он там. Кто? Всегда так. Они перед смертью вроде как выздоравливают, а потом пора лечь. Может, ему обезболивающее дать? Да не поможет обезболивающее. А может, наркоты ему ваши? Там в машине лежит. Только тут еще где-то медведь ходит. Я следы видел. У нас еще и медведь тут в компании организовался. Да. А его мы чем убивать будем? Тоже топориком да лопатами?
Не любите волков, да? Кто волков по-настоящему знает, их не любит. А как вы их знаете? Да выпилился как-то лет 16. Пошел на волка в одиночку. Че именно на волка-то? Ну, потому что волк царь тайги. В общем, я одного выцелил, а второй мне со спиной зашел. Ну, я карабин уронил, на дерево залез, веревкой обмотался и сидел там. На следующий день только по следам нашли. Ну вот, три пальца потерял, отморозил. Я, конечно, в тайге каждого зверя уважаю, но после той ночи с волками меня особый счет. Сколько ты уже их убил? Да я не считал. Ты считал? 23. Тайга еще пала на волками. Хорош-то каждые 5 минут подкидывать, жар-то в трубу уходит. Ты подзатрахал ты со своими учениями, хозяин тайги? Что ты за говно такое? Да потому что приперлись сюда из-за тебя, не пойми зачем. Надо бы карантин сразу же объявлять, как только первого загрызли. Не я карантин-то объявляю, а управление охотхозяйством, администрация края. Ну ты ж мент. И чё? Мог по деревням проехать, предупредить людей. Да, мог. Люди — это моя ответственность. А звери — это твоя ответственность. И, походу, ты не справляешься. Я смотрю, ты справляешься. Я тебе только надбавку даю, да? Чего ты? А ну-ка сядь. Ты нос сломаю. Попробуй. Кто это? Давно на этой хрени сидит? 2 года назад начал. Могу поделиться опытом. Спасибо, не надо. Я по самогоночке мастер. Знаешь, сколько в стране таких мастеров? А? Сам-то на чем сидишь? На деньгах. Деньги — адреналин. Для мужика это нормально, не наркотик. Ты-то чё про наркотики знаешь, а? То, что людей убивает. Или дебилами делает. И поэтому их можно к батарее приковывать. А других вариантов не придумали. Думаешь, так вот просто все, да? Ну, конечно. Проще себе иглу воткнуть. А нам вас ищи, бегай, лови. Спасай, проси, умоляй. А потом закапывай. Героин. Обычно курить начинаю. Но потом сценарий всегда один и тот же. Ну что ты делаешь? Оденься. Вот. Вены наркомана. Я не супер плотно сижу. У меня только здесь, вон здесь и здесь. Если тут венок уже нет, то можно колоть в любое место. Сюда, например. Вон, сюда очень удобно. Между пальцев, на ногах, на руках. Можно даже в башку. В пах можно, под яйца. А если совсем все херово, ну или там вены проверяют, можно колоть под язык. Прямо в рот. И ты думаешь, что наркомана, который ради кайфа готов во все места себе иглы засунуть, ты можешь заставить бросить? Мне забить на тебя. Вот со всеми можно договориться, кроме наркоши. Вас всех под замком надо держать. Да, да. 50-х годах. В Америке эксперимент провели. В клетку посадили мышей и 2 лотка воды поставили. Один с героином, другой с чистой водой. Так вот, через время мыши начали пить только воду с героином.
зависимость. Да, так тогда все и решили. Война началась с наркотиками по всему миру. Потом, в 80-х годах, в Канаде, один чувак, Брюс Александр, засомневался в этом эксперименте. Ну и решил свой провести. Построил парк для крыс. Огромный такой, с горками там, норками, прудиками всякими. Посадил туда по 20 крыс обоих полов. Ну и жратвой забил до потолка. Два лотка воды, один с героином, другой с чистой водой. Крысы-то пробовали воду с героином, но потом ее не пили. Чистую воду пили. Так выяснили, что героин был бодяжный. Так выяснилось, что зависимость связана с условиями жизни. И с тем, как с тобой обращаются. Я во всем виноват. Да какая разница, кто виноват? Ты же ничего не хочешь понимать. Не хочешь увидеть, что это все, все система, которая тебя сажает. А ты, сука, часть системы, ты меня сажаешь. Куда ты их сунула? А? Чего ты снимаешь? Я пришлю тебе потом, посмотришь. Тогда нормальный будешь. Бери телефон. Тварь, дай 2000, пожалуйста, мне. Тварь, тебе жалко 2000, что ли, а? Ты не вечно дерьмово. Где деньги? Где деньги? У меня нет наличных. Сука, спрятала! Я тебе деньги никогда не давал. Варя, я тебе подарки не дарил никогда, а? Сука, все, я их забираю. Так и знал, что ты меня кинешь, сука. Да убери! Поехали к маме. Мы можем поехать к маме в больницу? Ты тупая? Ты думаешь, я такой сейчас к матери поеду, а? Вульф, это сейчас не ты. Ты посмотришь потом и поймешь, что это не ты. Что ты ноешь, а? Что ты ноешь? Вот! Ты у тебя мать умирает, что ли? Мучи! Да! Ты делаешь? Да! Вот! Дай телефон! Дай телефон! Уходи, пожалуйста! Сука, ты хоть задохнулась там? Пожалуйста! Я порезался, у меня кровь идет! Уходи, пожалуйста! Да где деньги, сука? Да что ты закрылась там? Парень, мне очень плохо! Уходи, пожалуйста. Уходи, пожалуйста. Сука, я тебя не напишу. Где деньги?
пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Где Вовка?
Какой же ты дурак. Тебя погиб! Ты понимаешь это? Он погиб! Да мне не больно! Заткнись! Оба заткнитесь! Вы дразните его своим криком. Воздушные змеи, жмурки и самки, краткие мечи. Он ее все равно выбит. Если он вломится, мы в окно вылезем, а его здесь подожжем. В окно за нами полезет. На улице у нас шансов нет. А здесь есть, потому что тесно. Ты его будешь огнем отвлекать. Главное, чтобы он на задние лапы встал. А там, глядишь, и кол пригодится. Ушел. Ушел, да? Нормально будет, я тебя вытащу. Зимой я сгореть, тебе идти надо. Здесь ночью под 40 будет. Нет, мерзнет. Вместе пойдем, дай посмотрю. Пойдешь наверх через лес. Там выйдешь, проход через
Горы. Прижми, прижми сильнее. Все, погоди меня. Сейчас вместе поедем, пап. Я тебя отвезу, тебя вылечу. Ты один пойдешь. А то замерзнешь. Давай потихоньку. Раньше уйма времени было. А поговорить с тобой не мог. А сейчас хочу поговорить. Времени нет. Не говори все еще. А помнишь, рассказывал, как мать-то меня родила? Помнишь? Расскажи. Пап, расскажешь? Ладно, давай оставим. Она, значит, рожает, а ты за стенкой стоишь в коридоре. Орёт уже часа четыре. Никак не родит, а ты советы даешь дышать, не дышать. Врачи тебя прибить хотят за эти советы. И тут она говорит, а принесите мне беляш. Я, говорит, пока рожать не буду, беляш съем. Там внизу такие вкусные беляши есть. Представляешь? Помнишь, я 4600 родился? Мамка-то знала, что меня кормить несут. Там же я орал, басно, а вы же худой. Пап, ты только не умирай, ладно? Я больше никогда не буду колоться. Никогда. Я столько раз обещал, но сейчас точно не буду. Ты чего молчишь-то? Пап! Пап, ну ты чего, шутишь так, что ли? А? Давай, просыпайся, вставай. Вставай, пап! Пап, ну вставай, тут осталось чуть-чуть, совсем не дошли, слышь? Давай, вставай! Вставай, сволочь! Я с тебя эту дурь выбью сейчас, все, слышишь? Если я смог, и ты сможешь, пап, ну встань, ну пожалуйста, ну пап! Ну встань, ну пап!
приехали? Привет, пап. Про твои дела спрашивать не буду. У тебя тут все ровно. Я вот уже год как чистый. Так что сработал твой метод. Но вот с Варей решили, что можно уже ребенка делать. Я хочу девочку. Блин, так долго репетировал, что тебе сказать. А вот все уже и сказал. Ну и чего? Все обсудили? Угу. А про ребенка что говорит? Классная идея, говорит. Пойду-ка я искупаюсь. В смысле? В прямом. Ты с ума сошел? Тут же вода ледяная. Ты утонешь. Вов. Ничего я не утону, у меня тут папа плавать учил. А он не мог тебя где-нибудь там в Таиланде учить или, не знаю, в Турции? Здесь в июле теплее на пару градусов. Вов, это очень плохая идея. Да? Да. Ну тогда пошли со мной. Нет, Вов!